la cosa più buona è il pane. Sì. For your culture also. For, sì. For your culture also. A little vegetables for you. Mm-hmm. Good. Perfetto. Try this. It's good. Buono come, buono come il pane. Buono come il pan. Rojo como el tomate. Come il pomodoro. Pomodoro, tomate. Rosso come il pomodoro. Lindo come vanno. Piccante come la piña. Amaro, amaro. Amargo como... Come il pepe. Pepe non piccante, amaro. Non piccante, però Pepe no, amaro. The pepper is no amaro. It's amaro, the pepper. Amaro, no. Non piccante, piccante sì. Per forza è piccante. Sì, it must be hot. Sì. But there is a more refined. What? Видимо, прилив отходит. А находимся мы в городе Тигре. Это 30 километров где-то так на север, скорее всего, от Буэнос-Айреса. Вот, это такая набережная. Тут такие, в общем, симпатичный городок. Очень. Решили приехать сюда, приезжают аргентинские семьи из Буэнос-Айреса на выходные отдыхать. Тут такое место, отдыха для местных жителей. И вот нас Валерия привезла сюда, наша знакомая, показать нам. Мы ехали где-то, ну, минут 40, наверное, на электричке. Электрички здесь медленно ходят. Вот здесь мы очень неплохо закусили. Это вилла. Здесь и произносят слово вилла. Вижа. Вижа. Хулия. Вилла Хулия. И здесь живут. Тут аристократическая семья богатая. В свое время держала этот дом. Теперь здесь ресторан, отель. Тут прекрасный рояль стоит. Ну, в общем, неплохо здесь. По этой дороге мы пойдем, Вить, открыто. Но тут уже чуть не выпало в это. Как сказали мне, это Рио Лухан, она впадает туда дальше, в большую реку гигантскую, которая шириной там 100 с лишним километров в устье. Гигантская совершенно. Окатили меня. Окатил катер, блядь. Пардон за французский мой. Окатил, теперь у меня мокрые ноги. Прошла волна большая. Я в последний момент заметил.